вона таку класну горку, вона какая-то музикальна, здесь музикальні інструменти, і фонтан, і водичка, і горку, і все, що хочеш. Ми ще такого не бачили. Часть. Да, та часть водная. Давай мы сначала проверим все здесь, а потом пойдем на водное. Давай. Ну что, да. Пошли проверять. А где там горки не мокрые? Здесь, наверное, не мокрые, уже подсохли. Барабанчики. Еще музыкально. Вот, музыкальные стили. Видишь, вау. Вау, посмотри на этот дом, Максим. Посмотри на детский дом какой. Ого! Ты посмотри, сколько там горок. Давай мы здесь проверим, а потом туда пойдем. Зачем? Надо туда сразу. Надо туда. Мама, нужна помощь. Ну, давай, поедем кататься. 3, 4. Поехали. Очень быстро. Очень быстро катается на сцене. Опа. Так, нравится в другую да, сторону? Все. Поехали в другую сторону. Попробуй держаться просто за вот этот поручень, я тебя покатаю. Ой-ой-ой. Максим чуть не улетел. Он такой легкий. Ты прям улетаешь на ветру. Ого! Ау! Ого, я не могу залезть прям. Вау, смотри, мама, как пианино. Да, пианино. Клавиатура. Белые черные клавиши. Да мне поможет. Помогай. Нот сейчас много разных. О. Кто-то сильно любил музыку и для деток построил такую вот детскую площадку классную построить. Смотри, как это иголки. Вау. Вау, там еще лесенка. Мама, я полез за Максимом. Я сейчас к тебе буду ехать. Сейчас зеркало. Вау. Здесь есть маленькая скамеечка. А там же зеркало. Идем туда. Да. Я сейчас в горки буду спускаться. Поехал. Ой, как тут темно. Да. Не страшно? Нет. А где он там выезжает? Папа! Вон ты, уже там. А где болела попа? А давай ты еще залезешь и спустишься с другой такой же горки. Хочешь? Смотри, там не мокро. Да, я... все смотри, там только... Мама, не вау. Мама, я смотрю. Грязная. Я буду тебя здесь встречать. Там грязная. Бери. Спасибо. Ой. Ножками немножко. Быстрая. Быстрая, интересная. И такая широкая, мне нравится. Да. О-о-о. А ты этой будешь пускаться? Смотри! Ты какая-то пустая лица. Вот такой лица. Ну что, нормально. Вау! Вау! О май гад! Вот так лезу тебе. Нет, ты вылез.
Ой, там мокрая была. А здесь быстрая была. Вау! Одна из лучших плейграундов. Что, нет, Люд? Да. Все в порядке? Ты как чересчур высоко полез, Максим. Может, здесь лучше ножками стать ниже, Максим? Чтоб ты не кувыркнулся туда вперед. Вот здесь ножки остановись. Вот сюда. Смотри, вот сюда. Вот так. О, а здесь ручками держись. Так будет лучше, да? И теперь ты снова сюда ножку переставляешь и идешь выше и выше. Одна часть для ножек, а вторая часть верхняя для ручек, чтобы держаться. Ну ты высоко. Куда я буду спать? Ты все выше и выше. Смотри, сюда теперь ножку подставляешь. Главное, ручки не отпускать, держись. Мама, высоко уже. Смотри, вниз, не смотри. Если страшно, так спускайся вниз. Если нормально, иди по кругу. Нет, прыгать не надо. Ты иди в ту сторону. Там, где ты начинал. Возвращайся туда, там, где ты начинал. И там спустишься вниз. Ты можешь ручками ниже вот эти дырочки брать. Там, где нотки, видишь? Овал. Там можно ручками держаться, если что. Нет. Не надо сюда, Максим. Так и иди, сынок. Так решил усложнить себе задание. Хорошо. Задание решил усложнить. Ходьба с препятствием, да? Вот так. Видишь? И сейчас спустишься прямо на то место, там, где начинал лазить, да? Да. Вообще, я не падал. Хотел прыгать. Держи. Папа. Там рояль, да? Рояль, клавиатура. Можно сразу нотки получить. А куда ты пошел, Максим? Еще играет какую-то мелодию. Мне понравилось. И мне понравилось концерт. Мама, да? Сейчас будет играть. Вау, как ты раскрутился. Держись хорошо, чтобы не улетел.
Тебе понравилось? Мне очень эта детская площадка понравилась, потому что все еще связано с музыкой, красота, водное все. Есть. Сам не можешь достать? Там вылезешь? Еще хочешь, Максим? Да! Ну иди сюда, я тебе помогу тебе идти. 3, 4, прыжок. Поехали. Такие ступенечки сделали, да? Это просто ступенечки, но как барабанчики. И сверху такие тарелки. Как будто зонтик, а такой дизайн красивый. Намочился? Да. Ничего страшного, у нас здесь вторая часть водная. Поэтому все равно будешь... Классно? Я вам делаю музыкальное сопровождение. Да. На свежем воздухе, игра в детском парке, на горках и еще и музыкальные занятия. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал! Пожалуйста, напишите нам комментарий, ставьте лайк и поделитесь этим видео!